Флагманский проект «Движение первых», которое прежде всего направлено на единение его участников, в очередной раз показало молодому поколению, насколько важна коллективная работа. В Магаданской области в региональном этапе военно-спортивной игры «Зорница-2.0» приняли участие 10 команд, показавшие наилучшие результаты в муниципальном этапе в округах и областном центре. Состязания прошли в двух возрастных категориях – от 11 до 13 лет и от 14 до 17. Свои знания и навыки продемонстрировали более 100 человек. Это оказание первой помощи, знание истории, общевойсковой грамотности. Также участники прошли обучение по нескольким программам. В их числе инженерно-саперное дело, топография, основы журналистики, военно-полевая медицина и строевая подготовка. Напомним, движение первых объединяет детей и молодежь из разных уголков Магаданской области. В регионе на базе образовательных учреждений действует более 60 первичных отделений, где юные колымчане проявляют себя в спорте, развиваются в медиа, волонтерстве, участвуют в культурных, патриотических и спортивных мероприятиях.